Готовим аджику. Для этого нам понадобятся помидоры, перец сладкий, можно и острый, лук, чеснок, петрушка, пожитник, чаман, соль, растительное масло. Все овощи моем и чистим. Все, я уже подготовила. Все это буду пропускать через мясорубку. Берем нашу удобную чашку или кастрюлю, наливаем масло и разогреваем. Добавляем лук и обжариваем 10 минут. Добавляем перец и обжариваем 30 минут.
Добавляем помидоры и варим 1 час на среднем огне. Добавляем чеснок, соль и пожитник. Варим еще 30 минут. Добавляем петрушку и кипятим 15 минут. Потом разливаем по банкам и закрываем. Спасибо, что были со мной. Желаю всем приятного аппетита и до новых встреч!